Итак, дорогие подписчики, вот и настало время выложить вторую часть. Сегодня у нас будет 3, а не 4 машины, как в той части. В общем, короче. И первое, с чего мы начнем, это Lamborghini. Она уже была моя в топе, но была Lamborghini Gallardo. Про Huracan никто не забывает. Lamborghini Huracan — это также спорткар, относящийся к классу А, то есть к классу спорткаров. Как и Lamborghini Gallardo. Под капотом у нас 500 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 308 км в час. Разгон от 0 до сотни всего лишь 3 секунды. Максимальное количество ньютонометров в минуту 320. Да. Lamborghini стоит напомнить про цену. Цена Lamborghini составляет от 10 до 20 миллионов. Есть, конечно, экземпляры, которые стоят и по 9 миллионов, но это уже либо бушные, либо такие. Что ж, перейдем ко второй машине. Это не совсем спорткар, но просто дорогая машина. Rolls-Royce Bentley Black Badge. Про него, я думаю, сниму отдельный ролик, потому что с ним связано много разных когда компания Rolls-Royce из-за некоторых своих моделей опускалась и когда поднималась. Так, под капотом у него установлен двигатель V8 объемом бака 2,4 литра. Максимальная мощность составляет 420 лошадиных сил. И 400 ньютона-метра. Коробка передач автоматическая, привод полный. Ну и что ж могу сказать о Rolls-Royce. Цена данного автомобиля составляет 24 миллиона. Чуть больше, чем Lamborghini, но все равно очень хорошо. И последний завершающий автомобиль в нашей, скажем так, сегодняшней подборке, скажем так, топе. Ну, это не совсем топ, в общем, неважно. И третий автомобиль, как вы думаете, кто? Напишите в комментариях. Нет, это даже не Бугатти. Давно у меня не выходило роликов про Феррари. Да, Феррари автомобиль хороший, но сегодня мы будем говорить про конкретную модель Феррари. Ну, как и в первом ролике про Lamborghini Gallardo, а во втором ролике про Huracan. Возможно, про Lamborghini, Huracan и Gallardo я тоже выложу отдельные ролики, где я расскажу о них все подробнее, но это уже дело времени. В общем, короче, это Феррари. Ну, а Феррари необычная. Феррари SF90. Это, скорее всего, не та Феррари, которая заниженная, вот такой вот перед обтекаемый. Это та Феррари, которая вот такой вот перед. И вот такой вот зад. То есть она вот такая вот, ну как бы, вы поняли. В общем, Ferrari S9 Sport. Под капотом 709 лошадиных сил. 500 ньютона-метра. Коробка передач автоматическая. Привод задний. У Lamborghini тоже задний. И, конечно же, нельзя не упомянуть о скорости и цене. Скорость Lamborghini была 300 км в час. У Ferrari чуть больше. 307 км в час. Ну, она и мощнее. Точнее, как сказать, задний привод, неполный привод, она компенсирует своей мощью. Ну, что ж, хочу сказать, что можно подвести итог к нашему небольшому топу, вторая часть. Если хотите, выйдет еще и третья часть, там я соберу вообще эксклюзивные спорткары. Вообще, какие-то в 2023 году вышло дофига очень эксклюзивных спорткаров. Например, вот новая Феррари, новая Lamborghini. Про них я тоже расскажу обзор. И это так и будет называться. Ролик эксклюзивных спорткаров. Ну и пора завершить ролик. С вами был, как всегда, Лев228. И всем пока.